Мам, я пошел гулять. Брат, подожди, я с тобой. Джерико. Че, широкий что ли? Извини, я не заметил. Еще бы. Пойдем там. Че, широкий что ли? Не, я не понимаю вообще, как ты могла потратить всю сумму? А чего ты от меня ожидал? Я же девушка, я должна тратить деньги, разве нет? Я всего лишь... О каких деньгах идет речь? Я постоянно ношу одну и ту же одежду. Я не хочу вообще с тобой разговаривать. Саид, ну хватит тебе. Ну, Саид, ну правда, харе уже. Давай познакомимся. Хорошо, давай познакомимся. То есть ты бы познакомился? Да я вообще правильно сделала, что потратила все твои деньги. Возьму и потрачу все сейчас. Вот потрачу все. Идиот. Кретин. Ох уж эти девушки. Иди сюда, дурак. Это любовь. Да, это у нас сокращение. К сожалению, ты уволишься. А не ми! Меня с работы уволили! Иди отсюда! Куда? Почему? Я не могу с таким быть, прости меня. А, вы по поводу работы? Да. Да, пожалуйста. Чё тебе ещё подсказать? Ми! Меня с работы уволили! Иди отсюда! Привет! Мы уже неделю вместе и до сих пор не гуляли. Сегодня не получится. Ну ладно. Саид, нам надо расстаться. Я люблю другого. Сестренка, привет! Привет. Я девушке хочу подарить кольцо. А мне что ты подаришь? Ну я тебе тоже подарю. Ну ладно, тебе помогу, пошли. Ты вообще крутая очень. Тебе нравится? Мне очень Саид, нравится. Как ты считаешь? Надо расстаться. Я люблю Саид. Другого. Аппарат выбиваем. Саид, ты меня вообще слушаешь? Что случилось? У нее другой. Алло, Саидушка, привет! А ты можешь мне помочь? Мне мама отправила за покупками. Не могу, я сегодня с девушкой гуляю. В смысле не можешь? Че, девушка важнее, чем сестра, что ли? Да, девушка важнее. Классное место, да, я выбрал? Классное? Это самое ужасное место, в котором я была. Давай чай закажем. Чай? Какой чай? Я сюда чай пришла пить, что ли? Алло, мам, да, я все купила! Мам, я сейчас перезвоню. Как? Ты же говорил, что ты с девушкой. С бывшей. Бро, откуда у тебя столько денег? Да забей, бро. Алло, да, милая, подходи к Федерации. Хочу тебя познакомить с Виолеттой, моя девушка.
Очень приятно, Саид. Взаимно, Виолетта. На, держи деньги. Ты все запомнил? Да, все запомнил. Все, договорились. Да, бро. Что делаешь, бро? Не поверишь, братан, еду свои приложения делать. Я как раз ее видел, я знаю, где она. Хорошо, бро, еду. Слушай, она не виновата, я тебе сейчас все объясню. Да ладно, ты что, из-за нее расстраиваешься? Я все знаю, Саид, и мне очень жаль, что у меня такой друг. На самом деле деньги, которые... Это мне поможет. Мила, а что такое грустно? Что случилось? Да, у друга проблемы. Это не проблема. Надеюсь, этого хватит. На корабле меня прет мрак, это сынча уже санчен же вырос. Еще раз поздравляю тебя с 10-м местом, так держать. Да, классно посидели, но я опаздываю. Опять друга я забыл позвать. Ладно, ребят, давайте, не буду задерживать. Дорогая, садись в машину. Я думал, тебе неинтересна эта тема. Опять же меня все еще. Нас хотим, можешь отметить. А я спешу. Алло? Слышь, немного ли 10 ресторанов на одно рыло? Короче, завтра жду в 12 часов на Арбате. Хорошо. Абонент временно недоступен. Перезвони. Алло, Исмин, привет. Дело есть. Не, не могу. Я вот меню новое составляю. Хорошо, давай. Решил делиться? Да нифига! А ну и где твои хваленые друзья? Один там был среди них, а второй... Да ну. Кстати, а где мы штукарь? Ну штукарь, пойдем отсюда, бедолага. Зид Аркадьевич, я почти книгу написал. Можешь, пожалуйста, посмотреть? Позвони к отцу. Алло, добрый день. Хоть я вас уважаю, но ваш сын бездарность. Бездарность. Пишите ему новую работу. Неважно, как меня зовут, ведь ваш труд бесценен. Ваше имя? Неважно, как меня зовут. Ведь ваш труд бесценен. Ведь ваш труд бесценен. Кстати, Дин, знакомься, это мой друг Вусал. Очень приятно. Взаимно. В смысле? Ничего, что это моя девушка, ты офигел, что... А ты офигела, да? Вот так очень приятно. Нравится, да, он тебе? Понравился, да? А тебя вообще не ожидал, друг детства называется. Ты еще глазки ей строишь, да? Урод. А тебе, я с тобой... Мы расстаемся. И ты мне никогда не нравился. И вообще я ухожу. Добрый вечер, эй, полегче, пусть он длится бесконечно. Хорошо, да, я отправлю, да. Подожди, я тебя сейчас наберу. Девушка, вы мне очень понравились, может, познакомимся?
моменте я не знакомлюсь.